спасибо, что пригласил меня сюда. Здесь так здорово. Ну, мне братан посоветовал. Сказал, что после ресторана тёлки меньше ломается. Просто это ресторан моего дяди, и мне не придется платить. Это чтоб ты больше ела и меньше говорила. А то уже голова болит от твоей болтовни. Здесь тихо и уютно, а это хороший шанс узнать тебя поближе. Что будете заказывать? А где у вас суши? Суши? Мне большой лаваш с сыром и кофе 3 в 1. А ей маленький. И без сыра. Главное, ничего мучного. А то тут кое-кого склонность к полноте. А что у вас на скидках? Мне то же самое, что и девушке. И бутылочку красного вина. Пожалуйста. Расскажи немного о себе. Ну, я успешный бизнесмен. У меня 3 завода, 3 квартиры, 3 коптивы. 3 года условно. 3 ребенка от 1-й жены. 3 ножевых ранения от 2-й жены. 3 операции на сердце после приступа. 3 шва на затылке после неудачной драки. Хочешь посмотреть? Спасибо. Давай лучше поговорим о тебе. Не терпится узнать что-нибудь о такой прекрасной девушке, как ты. У меня прекрасное настроение. Готова ответить на любой вопрос. А ты умеешь хорошо готовить? Манты, лагман, плов. А то ой, нанджахаляр ямон. Как крым по голове получишь. А правда, что твой отец депутат? Он мне купит джетру, если я на тебе женюсь. А какой сегодня курс, не знаешь? Мне интересно узнать, чем такой простой парень, как я, смог привлечь внимание такой красивой девушки, как ты. Пожалуйста, ваш счет. Ничего себе сумма! Я бы за эти деньги в Рогат-Махале 10 друзей пловом бы накормил. Ну что, давай пополам? А у тебя есть наличные? Просто у меня карточка. Обналичил бы заодно. 4 смерки. Суши. Небольшой лавас. Лавас.